Всем привет! В этом видео покажу вам разбор песни Сергея Дроздова «Вея синяя птица, буду я с тобой». Разбор делаю по заказу в оригинальной тональности АМ ля минор. Разберем с вами вступление, куплет, куплет модуляции на тон вверх, АШМ си минор. Покажу вам перебор и бой, который я здесь использую. Также остановимся подробнее на аккордах и переходах между ними. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, засылайте донаты, заказывайте свежие разборы, так как чем больше активности вокруг моих видео, тем больше мотивации записывать новые ролики в том числе. Итак, поехали! Пока наша светится звезда, пока не расстались навсегда, пока говорю тебе пока нашей песни о любви не последняя строка. Поверь, ты останешься со мной даже будущей тоской, буду я с тобой. Далее идет второй куплет, и мы переходим уже в модуляцию на тон вверх. Бой надо, можно переходить на бой и со второго куплета, и с третьего. Ты знай, я приснюсь тебе, ты знай. Ты знай, я приду к тебе, ты знай. Ты знай, я люблю тебя, ты знай, и на крыльях птичьих стай прилечу к тебе, ты знай. Навек ты останешься со мной в этой жизни или в той, буду я с тобой. Итак, поехали, вступление. Ставим аккорд А сус 2, второй, третий пальцы, 4-3 струны, второй лад. Играем бас пятую. 3-2-1. Далее аккорд А сус басом Г. Мизинцем ставим его на шестом ладу. Шестой струне, третий лад. Потом ставим аккорд Д. Первый, второй пальцы, второй лад, первая, третья струна. Третий палец, вторая струна, третий лад. И у нас здесь будет украшение D sus 4. Значит, как играется? Бас четвертая, потом третья, потом играется первая струна, на ней подставляется мизинцем третий лад, отпускается и играется второй лад. То есть это все на одном нажатии струны. И далее играется уже вторая струна. И потом играется, отпускается первая струна. То есть не... Да, все правильно, отпускается второй палец, у нас остается первый и третий зажаты. Один, два, три, два. Еще раз кусочек. Потом аккорд ДМ. По сути, у нас мы убираем первый палец, освобождаем его, на его место ставим третий. Тут у нас такое же украшение, но мы бас третье первую зажимаем, сначала играем ее открытую и подставляем первый палец на первом ладу. И потом уже вторая струна. Аккорд Е. По сути, из ДМ в Е первый палец на две струны вверх на своем ладу. Также на две струны вверх второй палец, и под него ставится на четвертую струну третий.
потом опять А, СУС-2. Еще раз вступление медленно. Куплет. Пока. АСУС-2. АСУС-2 с басом Г. Потом ставим аккорд А, дим, 7 на седьмом ладу. Значит, на седьмой лад четвертая, вторая струны пальцы 1, 2. Восьмой лад, третья, соответственно, и первая струны пальцы 3, 4. И играется вот эта последовательность. 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Это первая фраза. Следующая фраза у нас играется аккорд АСУС-2 от пятого лада. Тут просто третью струну на пятом ладу зажимает первый палец, и четвертую струну на седьмом ладу зажимает третий палец. Шестая не играется. Тут вообще, в принципе, играется четвертая. А четвертая, третья, вторая и вторая. Ну, четвертая, третья, вторая, третья. Пока. Потом у нас играется АМ-9 от пятого лада. Тут уже пятая, шестая не играются. С пальцы 2, 3. Точно так же, как вот А. СУС-2 было на втором ладу. Точно так же они играются на пятом. Потом у нас аккорд F, диез, дим, 7. То же самое, что у нас было А, дим, 7. На полтора тона вниз. Три лада. То есть четвертый лад, струны 4, 2, пальцы 1, 2. Пятый лад, струны 3, 1, пальцы 3, 4. Пока, даем с ДМ с басом H, говорю тебе пока, АМ с басом С. То есть ДМ просто подставляем большим пальцем, нажимаем и пятую, шестую струну, играем пятую. Можно более сложный вариант, но надо время на то, чтобы перестроить, перенести пальцы. Потом АМ с басом С. Тут получается первый палец на струну вверх на своем ладу, второй палец на... Тоже на струну вверх на своем ладу, на его прежнее место становится третий. И мизинец на пятой струне третий лад. Потом мизинец отпускается, играется просто АМ. Даже в нашей песне о любви. Потом опять ДМ с басом H. Потом Е. То есть первый палец на две струны вверх на своем ладу уходит, третий под... Второй становится на четвертой струне, второй лад. Первый отпускается. Потом АМ СУС-2 идет. АМ СУС-2, А СУС-2, то есть просто. И АСУС-2 с басом Г. Переход. Потом ДМ с басом F. Поверь. То есть здесь получается у нас... Первый палец, первая струна, первый лад. Второй палец, третья струна, второй лад. Мизинец становится на место третьего, потому что нам третий нужен будет, чтобы зажать фа на четвертой струне, третий лад. То есть ДМ с басом F. Пятая, шестая не играется. Потом ДМ с басом H. Мы подставляем второй палец, то есть большой палец, второй лад зажимает на пятой струне. И отпускаем мизинец. То есть такой переход. АМ с басом С опять. Даже с будущей тоской. ДМ с басом H. Е. АСУС-2. Далее у нас модуляция. И идем. Второй куплет. Аккорд АШМ. Первый палец бары, второй лад. Второй палец, вторая струна, третий лад. Пальцы 3-4, струны 4-3. На четвертом ладу.
потом ты знай, я приснюсь тебе, ты знай. То есть идет Ашем, Ашем с басом Ма. Мы первый палец убираем баре, зажимаем только на первом ладу. И играем только 4 струны. Ты знай, я вернусь тебе, ты знай. Тут у нас, собственно, аккорд B7 на 9-м ладу. Это такой же, как мы ставили A7, то есть у нас модуляция на 2 тона вверх, точно так же на 2 тона вверх съезжает этот аккорд. Еще проще, если не хочется прыгать по ладу, тем более вы уже тут играете боем, можно аккорд B7 в следующей аббликатуре сыграть. Первый палец бара, первый лад, второй палец, пятая струна, второй лад. Пальцы 3-4, струны 4-2 на третьем ладу. То есть это вот то же самое. Ты знай, да-да-да-да-да-да-да. На ваше усмотрение. Дальше. Ты знай. Ашем с басом А опять же. А. Объяснил, Ашем с басом А играет без пятой, шестой. Тебе ты знай. И у нас G, DS, DIM 7. Опять же, по аналогии, было раньше F2S, DIM7 на 2 лада. Съехали вправо. Потом у нас аккорд EM. Да знаю. Аккорд EM, струны 5-4, второй лад, пальцы 2-3. Ты знай, я люблю тебя. C, DIS, M7, минус 5. Играется... Первый палец, четвертая струна, второй лад. Третий палец, пятая струна, четвертый лад. Шестая не играется. Я люблю тебя, ты знай. Потом у нас идет аккорд HM с басом D. Это вот такая лесенка. Тут уже без мизинца струны. Пальцы 1, 2, 3. Лады 2, 3, 4. Струны 1, 2, 3. И играется это все только без шестой струны. Потом опять превращается это все в HM. Птичек стай, C7 минус 5. Потом FDS. Первый палец становится баре на своем ладу. Второй палец, третья струна. Третий лад. Пальцы 3-4, пятая, четвертая струна на четвертом ладу. И опять HM, то есть пальцы 2-3-4 на своих ладах, на одну струну вниз. И потом превращается это все опять же в ваш M с басом А. Потом аккорд EM с басом G, тот же EM, но мизинцем поставляем шестую струну третьего лада. Навек. Опять C7 минус 5. Ты останешься со мной. HM с басом D. HM в этой жизни, в жизни той. C7 минус 5, FDS. Я с тобой. Итак, перебор. Я уже там в начале, когда рассказывал вступление, именно детально рассказывал. То есть бас 5 3 2 1. Когда вот здесь вот эти димы идут, то есть 4, 3, 2, 1, 2, 3 и 2, опять такие длинные вот переборы. Бой. Состоит из двух фраз одинаковых с небольшой связкой. Большим указательным от пятой струны вниз по струнам, потом вниз легонько посреди струнам указательным и вниз всей ладонью по нижней части. Можно приглушать. Приглушать.
И между ними связка такой за такт. То есть просто большим пальцем по там басовым струнам. Вот такой разбор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, засылайте донаты, засылайте заказы с донатами на новые песни от 500 рублей российских. Всем пока!